260, я не поеду. Че 260, обалдеть не встать. Да эти тупые автоматы, ему надо поменять тут что-то. Тут нету на Суворова, ему надо... Я до проспекта могу довезти. Он до проспекта только везет. Удовольствие. Вот эта нервотрепка начинается когда-то. Уже отменили. Наверное, уехали на Максимке. Привет, ребята. Такая вот у нас хорошая погодка. А прогноз говорит, что дожди. Хотел поехать на стройку. Смотрю, там везде тучки. Так передумал. Думаю, на следующих выходных поеду. А решил поработать, что? Немножко. Движуха. Пока после отпуска еще не устал. Еще пассажиры не так раздражают. И вообще, обычно там депресняк иногда. Наслушаешься всяких придурков. Пока нормально, все терпимо, пока долбоебы не попадаются. Едем навстречу большой деньге, да? Деньге, блин. Бабки будем сейчас зарабатывать, да? Так что как-то так, бабосики рубить бешено. Так, что у нас? Тучки. Ну, дождик как бы был, как бы дорога-то как бы это... Влажная. Холодно у меня, ну как, не холодная еще машина, но после старта, блин, что-то начинает, то троит, то не троит. Свечи поменял, провода поменял, блин. Че еще надо? А потом нагревается, ну прогреется, все, нормуль. Сейчас вот 78, чек опять загорелся. С утреца запустился, что-то так тык-тык-тык подтраивает. Хрен знает. Ну ладно, че. Пока обращать внимание. Неисправность потом вылезет все равно рано или поздно. Мороз минус 30, когда она будет ехать на работу или с работы. Да фиг знает, надо. У меня есть эта фишка, короче. В этот бортовой компьютер. Надо разобраться, программу скачать. Я давно уже купил, блин, и все, не могу никак освоить. Да посмотреть по диагностике, что ей надо. Фильтр еще, я думаю, газовый надо поменять. Ну какой-то. Строение имеет отношение. Нет, она вот все сейчас прогреется хорошенько, она все будет хорошо работать. Ну, как бы нормально, ничего не это. И чек этот уйдет. А вот пока вот при запуске это начинается такая мотота. Ладно, что, сейчас это на линию еще не вышел. Ну смысл мне тут ехать? Я линию пересеку там, как раз он в зону КЭФа заеду. Есть красненькое все. Опа, а я, оказывается, на линии. Ё-моё. Ну, настолько. Ладно, подача. Плюс 250. Да поехали, чё? Ну, настолько. 250 подача, 7 километров. Одна подача 250. Пойдет. Ладно, что, гоним. Кажется, я на линии, блин. А мне дает, видишь, этот переезд, бывает, его закроют, и что потом? Через 400 метров поверните налево. Мне как-то один раз это, так же дали заявку, и, короче, за ожидание еще добавили денег, что, ну, как бы рассчитал одну, ну, это, подачу времени. Это. Ну, клиент опять может отказаться. Не знаю, короче. Поверните налево. Да нет, тут плохая дорога. Вот, видите, чек, короче, горит. Сейчас вот заглушу тачку и это. Маршрут перестроен. И, короче... Через 300 метров поверните налево. И снова запущу, и должно нормально стать. Что за хрень? Все, чек погас. Ничего не троит. Максимка, иди отдыхай. Так. Максимку отключить нам. Максимка как запасной вариант у нас. Все, ничего не троит, чек не горит. Поверните налево. Ч
Что за фигня? Напишите в комментариях, кто шарит. Поворачиваем налево. Ладно, посмотрим, потом покажу, сколько я заработаю. 7 километров подачи с половиной. Городская помойка. Горы такие. Ну вот нам 64 километра осталось ехать. У нас только-то недалеко, в принципе. За городом. Ну она как город считается, ну короче. Или не город, не знаю. Кто знает, напишите, он по встречке херачит. Вот. Но вот как бы с той точки, с которой, в которой я был, надо вот как бы это через, через короче, за городом ехать. Быстрее. Типа как по окружной, типа того. Что он в поле делает? Заехал такой в поле, стоит. Приход словил, что ли? Вот, 900, через 900 метров поворотик будет направо. На монастырку. А прямо это, короче, дорога на Курган, на Шадринск, там, туда, короче, на Алматово катается. На Курган, короче. На Тюмень можно туда попасть тоже. Вот поворотик. Здесь, кстати, этот, как его, питомник. Есть растения. Если что. Не знаю, как им выгодно, так не выгодно. Поверните направо. Верхний Ключевский какой-то. Вот, а через километр там поворот еще раз направо. В монастырке. Продажа участка. Сантиранг. Томичек. Я тут что-то даже что-то покупал. Вот, кстати, это Леха спрашивал уральский валенок про монастырку. Поверните направо. Она, если пешком, то, короче, это, ну, через пешеходный переход, то она через речку граничит с городом. Вы видите, трубы, там завод УАЗ, это все как бы город. Не знаю, но она не является городом, не является. Ну, короче, через пешеходный, через, как его, мост через речку, она, можно сказать, как в городе. То есть там, если возле моста покупаешь участок, то тебе там, ну, минут 7 и общественный транспорт пешком, ну, 10 минут. А так вот в объезд, вот она, монастырка, газифицирована, все. Рядом это сеть. Река и сеть. Конечно, она не экологически чистая. После всех заводов Екатеринбурга и Каменск-Уральска. Что от нее остается? Так, ну мы едем дальше на заявочку. Так что вот такая вот деревня. Монастырка или поселок, не знаю, что это. Тут все, инфраструктура. Через 300 метров поверните. Школа есть. Школа, магазины там всякие. Сетевые, не сетевые. Ну, короче, есть тут вроде все. Вот там обрыв вниз, это к речке дело идет. Поверните направо. И вот она вдоль речки, мы сейчас поедем. А, ну сетевых нет, но какой-то вот есть тут все продукты, все для вас там. Все для нас, блин. Самый низ поеду сейчас. К спуску к деревне. Я здесь часто ездил на Ниве, блин, этот, курицу у меня клиент тут был, доставлял. На моей этой машинке-то, в принципе, дорога нормальная. Поднимусь. Но спуск тут такой. Через 200 метров. Капитальный. Через 200 метров. Вот это, в ебеня опять. В ебеня опять едем, блядь, как всегда, блядь, Андрюша, блядь. В ебеня едет. Он, видите, тут вот, какая сеть. Как Волга, видите, здоровая такая. Не, ну тут просто уширение такое, расширение. Островок там даже есть. Короче, ожидаю. Оплата картой. Там в доме была дверь открытая. Пока разворачивался, дверь закрыли. Так что, может, выйдет. По карте-то должны выйти. Ну вот, короче, 566 рублей, 2 рубля за ожидание, плюс 1 активность. Едем дальше на заявочке.
там что-то плюс 70 недалеко. 1-2 километра. Поверните направо. Нормально, что там с минут 30-40 есть. Почему-то у меня не показывают. Смотришь, что у других показывают, потому что я не там смотрю. Сколько километров там. Не, ну там можно посмотреть отдельно в этой. Но сейчас мне некогда показывать. Вот. Едем дальше. Едем дальше делать великое дело. Помогать людям перемещаться из точки А в точку Б. Заездом в КБ. Через 100 метров поверните направо. Да не, нормальный парень, трезвый. Без этого. Без перегара все, зашибись. Так что. Бывает, в субботу сяду с перегарищем таким жестким. Что? Бля. Победа 91. Зашибись. Уже клиент ждет. Мне как раз туда надо, почти туда. Или это не клиент. Забрать кое-что там. Пришло все инструменты. Точка ру. Яндекс картам займет 11 минут. Через 200 метров поверните налево. Просто 190 рублей, 191. И сразу следующая поездочка. Там что-то плюс 140 что ли было. Трубного забрать. Вот Яндекс ведет всегда вот по этой, по прямой. Но там, блин, переезд, тут объезжать, тут не кило 900, а гораздо больше будет. На переезде стоять, блин, не знаю. Ну, очень, процентов 70, что он закрыт, процентов 30, что открыт. Бывает, подождешь немножко, открывает. Стараешься все время в объезд ездить. Там еще левый поворот, по-моему, хотят убрать. На Пушкина или убрали уже. Короче, пипец. Не считает он почему-то этот крюк постоянно. Ну ладно, что. Что и как бы и требовалось доказать. Вот здесь я когда-то таксовал вольником. Ну, платишь, короче, 1,5 косаря. Ну тогда было 1,5 косаря сначала, потом 1,5 за месяц. Ну и стоишь, сам цену назначаешь. Ну тут как бы свои расценки подороже, чем такси это. Ну, вот это. Маршрут перестроен. Перестроен маршрут. Через 300 метров поверните налево. Таксовал тут, помню, сколько телефончиков тут шла, ого-го. Меня потом в полицию дернули. Да еще милиция. Но я потом перестал банчить. Какой-то ворованный телефон перепродал. О, нафиг надо, блин. Поверните налево. Так припишут. Что-нибудь. А так я тогда на заводе работал, там ползавода с моими телефонами ходила. Ну, отсюда купленных. А что на реке всякие таскают телефоны с багрия, тут за полцены новые бывают. Идешь в магазин, там, допустим, говорит, такая-то сумма есть, ну, кредитнуться. Показываешь, вот это нужно, там телефончик. Будьте внимательны, рядом школа. Новый, вон в кредит берет, ему сразу 50% отдаешь, все, разбежались. Ну и так же с этими. Да еще балалайки-то были, эти кнопочные, там всякие самсунги. Вот, телефончиками там банчили. Да что только не таскали технику, там центры эти. Ломбардов-то еще не было, были, но они как бы... Через 200 метров поверните налево. Настолько были спорные. Ну, пока вот видите, тут левый поворот есть, но хотят его убрать. Пока есть еще. Слышал в этих новостях. Он ждет на месте. Такой дом, блин. Ни подъезда, ничего. Ни дороги. Подъезд. Как подъезжать? Капец. Как... Даже этой нету. Проселочной дороги. С той стороны только есть. Что-то чую, блин, это. Чую, я кочую. С наличкой, блин. Надо позвонить. Позвони, что скажут. Да ничего скажут, что это уже уехали. Повышение качества обслуживания, все разговоры отрицаются. Thank you.
Ну. Бывает такой раз в месяц. Не выходит. Не часто такое бывает, но бывает. За 260 я не поеду. Так а чего вы не отменили-то поездку? А? Поездку-то чего вы не отменили тогда? Я нажимала двойку. Там не слушают эти ответчики-то. Ну гоняйте. Я, это что 260, обалдеть не стать. Так а что, водители-то при чем гоняете просто так? А? Водители-то за что гоняете просто так, для чего? Отменили бы, да и все. Я нажала двойку, а почему? Они не слушают ничего. Понятно. Спрашивал, что на садях каких-то придут. Еще 260. Пенсионеры, что за 260? Я езжу до Каменска за 160. Так мне-то зачем вы это высказываете? Вы им высказываете. Так они не слушают ответчика, посадят там. Он как это, балалайка там. И не слушают людей-то. Понятно. Я говорю, сколько стоит? Ужас, 260. Ну, вы нажала двойку, никто ничего не отвечает. Вы позвоните туда-сюда, скажите, там же... что это, что отмените поездку. Ага, ну че, позвоню тогда. Угу. 260. Не поеду. Как будто я эту цену назначаю. Пешком так. Нет интернета. Доступ в интернет возобновлен. 260 не поеду. Думаю, я сейчас скидку сделаю, что. Ну ладно, хоть вышла, ответила. Вон звонит это, служба поддержки. 260, нормально. Было бы. А что сделаешь? Машины дорогие, бензин дорогой, запчасти дорогие. Такие цены, привыкайте, товарищ. Это еще копеечные. Пугается. Заказ отменен. Посмотреть. Что такое? Промокод какой-то. Ну поехали, все, все. Через 100 метров. Короче, промокод дали какой-то мне. Некогда смотреть, попозже посмотрим. Ну хорошо. Не бесплатно хоть сюда ехал. Правда, по зеленке сейчас на поселок Северный поеду. За копейки, наверное, за копейки. По идее, вот сейчас там будет примерно 200 рублей поездка, хотя она гораздо дальше. Проще эту женщину было отвезти там. Тоже такая политика, бля. Маршрут перестроен. Поймешь, через короче. 200 метров. В итоге сейчас вот эта поездка будет дешевле, чем вот эта, вот, хотя ехать меньше. И мне, и ей было. Ну вот так вот на тот момент было. Может быть нет, посмотрим. Здравствуйте. По Простой Победы, да, приехал? Куда вызывали? По Простой Победы, я уточняю. Вызывал, не забудьте пристегнуть ремни безопасности. У вас наличные, да? Да, наличные будут же, да? Наличные. Проспект Победы 19, соответственно. Ну, выходи там где-то, где будешь стоять, да, не знаю. Пока тут не указан заезд, тут конечная точка проспект Победы 19. Нет, проспект Победы это заезд, а потом на Суворова. Я говорю, не указано здесь Суворова.
Надо точку поменять там. Фу. Никак потом пересчитывать. Так нате разговаривать. А мне что разговаривать? Ты как вызывал-то, я не пойму, а? Такие тупые автоматы, ему надо поменять тут что-то. Тут нету на Суворова, ему надо... Я до проспекта могу довезти. Он до проспекта только везет нас. Увезите до проспекта. Тут же нам программа считает, не мы. Он платит программу. Взывает, короче, эту точку не добавляет. Я их должен возить тут бесплатно, за копейки. У меня вот нет функции добавить точку, они там жалуются, что они не понимают приложение. Ой, я что сделаю, учите приложение. Ничего там сложного нету, блядь, добавить точку. И по телефону вызывайте. Там, да, с русским языком говорите нормально же. Да, короче, отменила заказ. 88 активность, похер вообще. Не, ну надо как раз все инструменты заехать, да забрать. Сейчас начнется тягомотина какая-то, за копейки. Интересно, короче, после кэфов покатался по кэфам. За зеленку. Все красное, она мне дает зеленку. Да пошли вы нахер. Сами катайтесь. Поехал я отдохну. Надо работать в удовольствие. Вот эта нервотрепка начинается, когда там, блядь, поедешь, не поедешь, блядь. Не поеду, блядь. Домой поеду я отдыхать. Мне там домашняя работа до хрена. Вечерком, если что, выйди, настроение будет. Тем более, как раз по пути он забрать инструмент. А купил опрыскиватель, мне нужен этот. Я заказал, у меня компрессор есть этот, какой, пистолет хороший. А он, короче, с Китая, походу, идет еще недели две будет идти, может, три. А мне нужно этот, как его... Обработать дом, доску в доме антисептиком. Антисептик куплен. Опрыскиватель как бы нужен. Вот, вот, короче, купил недорогой опрыскиватель там ручном. Ну, такой на 5 литров. Как раз пригодится он мне для растений. И заодно сейчас пригодится. Так что еду за компрессором. Фу, за опрыскивателем. Я обычно с заднего входа заезжаю тут. Что-то тяжело не помогает. Хотя можно спереди. Блин. Мне так-то в туалет надо сходить. Так туалет же есть. Ладно, короче, ребят, попозже включусь. Вот промокод на приоритет. 3 балла приоритета на 2 часа можно применить до 25 года. Ну вот, зашибись. Мишку купил. Короче, вот купил такой жук опрыскиватель. И это. Баллончики газовые. Пипец, они подорожали, блин. 79 рублей, что ли, сейчас 100 с чем-то. 130, что ли. Чуть ли не в два раза. Ну, мне это... Разжигать деревни, печку, да все. Да вообще, хоть что разжигать. Так что вот, ладно, поеду я в деревню, пообедаю. Да на себя поработаю. Хорош на дядю сегодня работать. Ну, не сегодня, сегодня еще выйду. На себя надо работать. Так, время 13:02, я свободен. Вот. Такси, единственная заявка 420 рублей для тех, кто лицензированный. Вот она одна висит. Ну, жирненькая такая, да. Ну, блин. Ну, на сотку, на 120 больше. Не каждый хочет за эту цену ездить. Как-то так. Даже, я смотрю, взять ее некому. Потому что остальные не могут. Просто для затравочки, наверное, закидывают.
что, время 6.17, едем на работу. Поздноватенько, но что делать, темно опять. Поработаем немножко под настроение. Мне там посылки пришли с ДЭК, да, на Озон. На ДЭК саженцы, на Озон там что-то фигачу. Едем, может будет что-то интересненькое, запишу. Вот заехал в зону КЭФа, сразу заявочка, плюс 70 подачи. Поверните налево. 1 километр. Поверните направо. Бля, сейчас этих бараков, бля. Не бараки тут, эти 4-квартирники, бля. Короче, вывод или катай зеленку. О, что-то тут не проехать. Здесь насквозь можно было проехать. Вывод или катай зеленку днем, или катай зомбаков с коэффициентом. Досочки аккуратненько сложены. Моя слабость — досочки. Мне бы пару вагончиков, а лучше пару составчиков досочек, я бы был счастлив. Я бы колотил бы, да колотил какие-нибудь домики. Даже такие пусть. Аккуратненько на перекладочке. Походу уехали уже на Максимке. Ну-ка, в Максимке есть заявка? Или отменили? Ближайшая. Отменили. Наверное, уехали на Максимке. Алло. Алло. Вы выходите? Да, все, выходим. Давайте, у вас уже платное ожидание начало. Нет, все, выходим. Сколько ребенку лет? 8. А? 8. А тебе на этот? Кресло? На заднем сиденье можно без кресла. Да кто он сидел? Надо этот бустер ей. Вдвоем поедете? Да. Сейчас бустер достану. Посиди пока лучше. А ты нам когда говоришь, что сказал, что можно на заднем сиденье? Ты набрал, что? Она пуста. Садись и пристегивайся. Пристегнете ее? Да. Я умею. Где она? Умеешь ты. Вот она. Она железнодорожная, да? Да. Ну что ты там? Такой. У вас наличными, да? Правильно? Да. Добро пожаловать. Сдача с 1000 рублей, да? Не забудьте пристегнуть ремень безопасности. Даже на заднем сиденье. Да не, нормально вроде, девушка. Так. 250 рублей. Ну вот, Яндекс на соточку больше платит. Даже, ну, чуть поменьше. Поверните. Следующая заявочка уже. Вон, девушка уже ждет. Хорошо, когда ждут. Две девушки, одна пьяная, мне кажется. Вот кресло. Подвинуть там можно, на серединку поставить. Вот дальше. Двигайся, да, рядом с ним будет. Можно перевода будет? Да, на Калинина пойдет. Где-то она на алюминиевый подбирать. Там где-то стал подварить. А, в ЗКБ, блин. Теперь поставьте нам оценку в приложении. 183 рубля парней он привез.
школьников. Школьники катаются. Что, поехали 300 метров. Через... Что, ведь опять школьники, что ли? Поедут куда-то. Ребенок только убрал, блин. Здравствуйте, а у вас ребенок же? Надо просто. Зачем? Вот зачем? Люстер, со скольки лет? Скольки? А, с 7. Ну, конечно. До 12. Да. Бюстер до 12? Да. У него, ему шею, давайте пристегнем. Его даже не в годах. Пристегивать ему 10 лет. Видите, его задушит просто. Не, подожди, Сеня, там бюстер сейчас достану. Зачем? Ну, так надо, по правилам сказали. Дело даже не в годах. А? Я говорю, дело даже не в годах. Бывает, 8 лет. Что уже? Ладно, вам везло. Просто я думала, вы имеете в виду, что надо было указывать? Ну, надо было, пойди. Вдруг у меня бы не оказалось. На трубной? На трубной едем? Да. 205, нормально. Да что такое? Эй. Спасибо за поездку. Заказ будет... О, походу это... Банька, блин. Сейчас... Вот сейчас точно зомбоящики поедут. Оттуда трезвыми. В субботу не уходя, если только с похмелья. Переопохмеленные. Через 200 метров трешак будет. Спальня здесь вот это... Трубновская. Туда. Поликлиника. Раньше, когда я работал там, на территории было завода. Он уже, походу, встречает. Девушки, не девушки. Женщина. А, тут девушки, не девушки. Здравствуйте. На Лермонтова? Да. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Лермонтова, 135. Да, сейчас минуточку. Ну, давай там сколько взял было? Ой, 100, 70, 80. Ну, неважно, 200 рублей, да? А, все, спасибо большое. Что-то не завершается. Бабульки. Спасибо за поездку. Для улучшения качества обслуживания 200 рублей дала. Поставьте нам оценку в приложении. Весь дом старче, что ли, как он там называется. Короче, пенсионеров все взбагривают. Понял. Короче, в поисках зомбоящиков. Зомбаков так и никого не нашел. В поисках контента. Казалось бы, с бани, блин, должны пьяные были поехать. Нифига. Пенсионерка, блин, офигеть. А там подвинуть можно. Будет оплачен картой. Пожалуйста. 140 рублей на линию. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. О, трубный. Принять. Поехали. Короче, дубль 2 в баню едем. Что там сейчас выйдут? Кто там, что там? Маленький, это дискотека у нас. Кто-то пошло, кого-то звать. Что там тем временем в Максимке творится? О, пригород. Алло. Да, да, говори. Такси вызывали, что, поедете? Ну, ожидание большое. Где ты стоишь? Ну, куда, стоишь? Куда вызывали? На парковке. А? На парковке стою. На стоянке? Да. Все, вот. Серая, да, машина? Ну, она не серая. Подходим.
прыгивай. Двигайся, я тебя пристегну. Здравствуйте. Вы садите его на бустер. Ее. Чего вы не пишете в детском кресле? Ой, а что с кресло? Да. Вот это, да. Не читали законы? Законы? Новые. Новые. Вы знаете что? Для чего на бустер садят? Чтобы ребенку шею не передавило во время аварии. Ну, так. А при чем тут законы? Ну, может, чуть-чуть ездить просто. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Карту займет 15. На колени? Да. Черенкова на колени. Черенкова. Черенкова у нас. Не написано. Черенкова. Улица Калинина, 35. Все верно. Поселок Черенков. Нет. Нету Черенкова. Написано Калинина 35, ну просто 35. Ну, 35 Калинина в Каменске, а не Черемхово. Нам надо Черемхово. Нет, у меня нет Черемхово. Заявки. Давайте. Не знаю. Приедете? За 200 рублей. За сколько поедете? Я не знаю, сколько просто. За сколько вы туда ездите? За 200 поедете? Нет, конечно. 330 мы ездим. Не ездите дальше, я не поеду. Без вопросов останавливаться. Без вопросов. Сюда попросили на парковку подъехать. Вон, наверное. Идут. О, мой клиент. Короче, вот такая сумма. Плюс еще 500 рублей на Максимке я сделал. Ну все, что, поеду домой. Сейчас точно иду с линии, наверное. Надоело мне что-то. Ставьте лайки, пишите что-нибудь в комментариях, ребята. Будем снимать. Если интересно, конечно. Поддержите канал там лайками, там комментами. Так что. Как-то так. Буду стараться что-нибудь снимать. Видите, темно, плохо. Ну и как бы. Погоню за зомбиками. Зомбиков не нашел. Ну там были вот эти вот, которые вышли. Ну и слава богу, что вышли. Ну, дело в том, что за копейки там ехать, не знаю, куда везти, пошли не на. Лайкосики с вас, подписочка, комментарии с меня, видосики, я домой, все, пока. Завтра, может, на стройку поеду, не знаю, как по погоде. Что-то надоело мне таксовать. Пора постройки, поработать. Ну, зомбики гуляют. Все, пока. Пока, молодая, пока.